Продолжаем нашу рубрику «Броски неизведанных галактик». Хотел бы хорошо забытое старое вспомнить и продемонстрировать бросок с колен. Чем нестандартность данного броска? Отключаю у соперника рабочую руку правую, захожу за руку для выполнения приема и уже бросаю в обратном направлении. Сейчас я вам это продемонстрирую. Хорошая позиция для данного броска, когда вы отключили партнеру рабочую правую руку. Левой рукой нагружаю его за край рукава, правой рукой держу за отворот. Из этого положения, когда нагружаю соперника, он старается выпрямиться, освободить свой захват. Во время этого движения я ловлю его направление вверх, захожу на прием, после чего полностью натягиваю на себя и провожу бросок в сторону. Когда забираю захват, ваша задача зайти за руку, сбоку оказаться. Если вы будете фронтально, вам будет тяжело выполнить данный элемент. Зайдите корпусом. Моя стойка получается у него в правую сторону, моя левая. Подгружаю. Как только соперник реагирует на мою нагрузку, выпрямляется. Из этого положения вхожу. Я, получается, сбрасываю его в сторону плеча. Не вперед по направлению лица, а сбрасываю в сторону плеча, руки. Основные ошибки, которые могут произойти во время выполнения данного приема. Во-первых, вход должен быть в область опоры соперника. Если вы далеко отойдете от партнера, он оббежит вас либо справа, либо слева, либо вы не сможете его на себя натянуть как следует для выполнения броска. Опять же, контроль захвата. Если сорвался захват, вам нечем будет тянуть. Опять же, контроль постоянного захвата. Контроль захвата, расположение ног в площадь опоры глубоко. Спасибо за внимание. Приходите заниматься в Patriot Pro и до новых встреч.